Новий рік не за горами, і який би не складний був зараз час, все одно для близьких ми хочемо зробити хоч маленькі, але подаруночки. І ви знаєте, шановні друзі, завжди у всі часи, незалежно від складності, цінувалися подарунки, зроблені власноруч. І знову за порадами ми звертаємося до майстрині з хендмейду Світлани Овчар. Свячко, доброго ранку і дякую, що ви сьогодні з нами. Здравствуйте. На самом деле я хочу поблагодарить вас за композицию, которую вы создали для нашей студии. Это на самом деле подарок. Каждый раз она украшает наши эфиры. Но я знаю, что на фоне прошлого эфира разгорелся немножко такой вот диалог со зрителями в социальных сетях. Что же спрашивают? Я столкнулась с тем, мы на прошлом эфире подняли вопрос о том, что можно сделать быстро из того, что есть дома, не тратя денег. Вот. И на удивление это всколыхнуло действительно аудиторию, стали очень много писать, вот вам хорошо, у вас есть и то, а вот денег нет, как бы мишуры нет, лишних нет тратить. Поэтому вот что же можно сделать из подручных средств? Поэтому я сегодня решила, я принесла показать венок, который я сделала из того, что мы с вами уже все умеем делать, кроме вот крупных шишечек. Все остальное мы с вами уже делали, и я показывала. А сегодня мы с вами будем делать венок в эко-стиле. Вот из доступных материалов, которые есть у каждого дома, не требуют никаких финансовых затрат, взаимозаменяемые, ну и плюс экологически чистый венок. В нем что не будет... очень важно. Да, что очень важно и очень сейчас модно. Поэтому... Да, я хочу сказать, что это будет вот тот самый веночек, который можно повесить на двери. Да. Резьбяный рождественский венок. Смотрите, какой он интересный. Я хочу сказать, что он пахнет, но пахнет он не хвоей, потому что хвоя тут уже сделана, собственно, ручно Светланой, а пахнет он лозой. Вот такая вот классная лоза. И она дает свой аромат и свою очаровательность. Вот такой вот веночек. Но сегодня речь пойдет о том, что мы это все создаем немножко в другом формате. Да. Будет, еще раз говорю, венок в эко-стиле из подручных материалов, которые есть у нас дома. Для создания самого венка, опять же, да, из лозы это хорошо. Но не отдачи, не заготовили, не обрезали виноград. Не будем ломать деревья, будем делать сейчас нам... С газеты, будем делать основу венка. Нам их раздают много. Особенно везде, в последнее время, на переходах, да. Рекламные всякие брошюрки. Поэтому почему же нам этим не воспользоваться? Значит, для того, чтобы ее зафиксировать, можно использовать проволоку, можно использовать тейп-ленту. То есть нам надо создать основу, то, на что мы будем фиксировать все наши разные красивости. Сечка, но она должна быть упругой, насколько я понимаю, да, чтобы она держала форму. Мы ее перекручиваем, сминаем. Достаточно плотненько вот между собой. Да, газета же это что изначально? Это бумага. Бумага это дерево. Поэтому под нашу концепцию эко-венка абсолютно подходит. Так. Да. А вот если такая... там, например, мы вложим проволочку? Можно, да, можно вложить серединку проволочку, зафиксировать, он тогда будет, наш каркас будет жестче. Вот, в принципе, как бы основа черновая у нас с вами готова. Мы тоже это все фиксируем, чтобы это не размоталось и хорошо держалось. Тейп-лента, да, я говорила, она имеет клеевую основу. Если у вас нет тейп-ленты, можно воспользоваться проволочкой. Скотчем. Да, есть то, что есть у всех. Семье. Но мы говорим об эко, поэтому не будем использовать целлофан. Вот, можно проволоку, можно нитку, то есть все, что может просто вот, ну, примотать. Свет, значит, газета, ну как же, не хочется, чтобы газета выглядывала из нашего венка, хочется, чтобы она как-то была все культурно. И тут нам на помощь приходит, ну вот у меня была мешковина, я ее порезала на полосочки. Ой, классно. Да, если у вас нет мешковины, возьмите любую тканьку, которая... Ну вот есть же, да. Понятно. Но она, хочется, чтобы она была грубая, правда? Да. Ну вот он такой все-таки получится, несколько деревенский стиль, ну вот, поэтому... Вот. Вы знаете, никогда, вот я удивляюсь, когда вот вижу мешковину, никогда бы я не подумала, что мешковина так вот может оригинально и очень выгодно украсить какое-то изделие, вот в данном случае с хендмейда. Потому что обычно мешковина, мы в нашем представлении, это какой-то бытовой, материал. Однако... Хотя она очень благодарный материал, вот когда нужно подчеркнуть какую-то вот стилизацию, сделать красивый фон для чего-то, вот очень... Во-первых, она по цвету, понимаете, вот это действительно она нейтральная, натуральная. Вот смотрите, да, вот мы половинку замотали. Она теплая, смотришь на нее, и вот создается впечатление уюта, правда? Да.
Это правда. Ну и самое главное, что она дает вот такую вот объемность какую-то. То есть, если, например, хочется украсить, и чтобы изделие получилось не маленькое, вот это как раз тот самый вариант. Плюс она достаточно, вот при всей кажущейся вот какой-то грубости, она очень достаточно, ну вот мое любимое слово, пластичная. Да, да. Вот. То есть она податливая, да, вот мы ее крутим, как нам хочется, и у нас уже... получается достаточно красиво, то есть мне уже и так нравится. И мне очень нравится, потому что уже существуют, знаете, вот какие-то ассоциации, да, вот ассоциативный ряд, что это дом, прежде всего, правда? Да, это да, домашняя, да, ткань. А потом вот, ну вот почему еще венок, вот я решила мешковиной задекорировать, да, мешковина, вот что у нас в мешковине хранится? Картошка. Зерно. Да, то есть какие-то запасы, а мы же делаем венок для дома, рождественский венок. Вот, поэтому... Это венок на удачу и на прибыль, да? Да. И на богатство. Пусть Украина и украинцы в этом году будут богатыми. Сегодня это очень для нас важно. И вы знаете, ученые говорят, что мысли материально. И если сейчас вот мы все с вами возрадуемся и соединимся в едином порыве вот такого прекрасного пожелания богатства и удачи для нашей страны, я думаю, что где-то в чем-то что-то прибавится. Смотрите, веночек вот у нас готов. Есть основа. Да, мы из той же мешковины, вот как бы я посчитала, что бантик из нее будет смотреться замечательно. То есть мы вот вниз цепляем бантик. Так. Так, у меня уже разлетается остальное. Вот у нас основа нашего венка в эко-стиле рождественского уже готова. Теперь смотрите, я не использую ничего покупного, все взято с кухни. Вот такой вот бантик, вот давайте посмотрим его. Просто связан из ленты. Да, пока что он, это все сырое, но потом мы все это выровняем, да, потому что мешковина, она торочится, но не очень. Если мы зафиксируем, это все это будет. Даже ниточки, вот они придают домашность. Угу. Ну вот, да? Да. Домашний эффект. Это есть. Так, мы продолжаем. Так, следующее. Значит, я взяла дома яблоки. Боковушки отдала детям, а это положила на батарейку. Сухофрукты. И вот у нас, да, получились такие чипсики яблочные. То есть, значит, как делается? Тоненько-тоненько нарезали и положили на батарейку. Да, откуда идеи? Вот как вы находите этот вариант? Все-таки это опыт сказывается? Или ну, это, наверное, это и опыт, это где-то и фантазия, это где-то и походы по интернету, по выставкам. А понятно. Да, то есть не могу сказать, что все придумано мной, но как бы вот где-то что-то придумалось, где-то что-то сделалось, посмотрелось, подсмотрелось. Яблочки, но не до такой степени вот они здесь. Правда? Да. Они вот с этим... Как будто здесь и были. Так, теперь смотрите, значит, у нас уже вот мы фрукту добавили. Теперь мы можем добавить, что у нас зима, это что? Это новогодние шишки всякие, да, елочные, да? Для этого тоже не требуется особых никаких финансовых затрат. Пошли в лес с ребеночком или сами прогулялись и принесли себе красивые шишки, которые тоже будут замечательно. Клею можно доверять, да, что не отвалится? Да, да. Чем хорош вот этот клей? Он, конечно, не эко, вот, но фиксирует хорошо. То есть, если уже шишка прилазилась уже, там, да, то она уже будет держаться. Вот здесь шишечка, прямо с веточкой немножко. Да. Так, ну, вот я же говорю, оно все, я из лесу вышел, все собрано. Так, ну, ниточки от клея мы потом убираем. Ну, вот уже нарядненько. Теперь смотрите, следующая деталь. Едите апельсинки, да, шкурки цедра не выбрасываем. Цедра, да, просто порезанная на тоненькие шкурочки, скрученная и тоже... высушенная на батарейке. Ну, я люблю, когда у цветочков есть листики, поэтому лавровый лист нам здесь помогает. Ой, как он будет благоухать, этот веночек. Да, цитрус, яблоки, лаврушка. Это еще и ароматерапия, дорогие, конечно, друзья. Так, и вот так хаотично мы с вами куда нам убираемся. Светочка, я вот смотрю, наблюдаю, у вас везде прослеживается все-таки цифровая философия. Вот те самые 3, 7, да, 5, это нечетное количество, все это присутствует. В данном случае мы все делаем по 3. Ну, нет, мы делаем, скажем так, скорее кратное 3. Да. Я люблю цифру 6, угу. Все рассказывают, что... Ну, вот, что она не очень. Что она не очень. Для меня она, ну вот я люблю и парные числа, то есть, да... жить в паре. Да. Кстати, вот здесь тоже момент, потому что если мы обратимся в устную народное творчество, там везде все идет в паре, там везде по 2. Любая картина, там везде он и она, инь и янь, да, вот это, да, все прослеживается, чтобы, особенно если касается это обереговой темы, и это что, готовится там всегда для семьи. Должно быть вот...
Именно ореговые, они всегда парные. Поэтому даже цветочек растет, цветочек и бутончик. Да. Это правда. Ну, в данном случае мы как бы вот пока что по три, да? Хотя вот уже четвертый появляется у нас цветок. Просто где-то как-то у нас там. Так. Но цифровая вот эта вот символика, она всегда имеет место быть, и на это надо обращать внимание. Дорогие женщины, если вы только приступили к процессу изготовления чего-то собственными руками, почитайте литературу, потому что это очень важно. И люди, которые занимаются исследованиями, они прямо там вот выводят по каждой цифре целую систему. Да. Наверное, с цветочками мы закончим. Да, вот там вот он как бы и был уже. И вот у нас их, да, ну вот я же не считала, а 6 их получилось. Да, и посмотрите, что у нас лепестки, получается, они немножко в разнобой. Все в разные кто, стороны кто, смотрят, куда. Да. Вот такие вот веселые пареньки у нас, лепесточки. Посмотрите, как они игриво, они украшают, они придают настроение определенного. Свет, как сделать так, чтобы они укрепились, чтобы они не поломались? Лавровый лист ломается. Лавровый лист, он, конечно, ломается, но... Он достаточно хрупкий, но если вы же, это вино, которое будет висеть на двери, вы, в принципе, футболом играть понятно. Не планируете, да. Поэтому, ну вот. Угу. Так, теперь мы добавим, ну, вроде бы коробочки хлопка, потому что Новый год все-таки должны быть какие-то белые элементы, характеризующие снег. Что-то мягенькое. Да, вот, коробочки хлопка сделали просто. Это у нас пучочки ваты, обмотанные ниточкой. И они тоже, они добавят фактурности. Да, это правда. Да? Уже придается какая-то легкость изделию. Да, добавляется новая фактура и новый цвет. Ну вот белый он оттеняет наши все-таки сухие. У нас вот да, сухие листики, сухие фрукты. Это все-таки какие-то коричнево-желтые тона. Вот посмотрите, как опять-таки вот просто удивляешься мудрости природы. Все, что здесь есть, это получается природный материал. И насколько эти цвета гармоничны. Вот посмотрите, дорогие друзья, это все в коричнево-зеленоватых, бежевых и вот таких оранжевато-красноватых тонах. И насколько они друг друга дополняют. Здесь нет ничего лишнего, абсолютно. И это все создано не человеком. Да. Так, ну и какой же Новый год, это что еще? Это зима, да. Когда организм наш ослаблен, что нам приходит на помощь из нашего леса, как бы наше все, это шиповник. Поэтому для здоровья в будущем году, и опять же он даст другой немножко цвет, ягоды шиповника, они красного цвета. А вот, мы их тоже добавим в наш веночек, потому что они красивые прежде всего. А вот, и будут нам нести... здоровье, витамина С содержит много, и будут напоминать о том, чтобы мы не болели. Чтобы мы были здоровы, особенно да. Это зимой, особенно это сейчас, когда уже хочется пополнения, восполнения витамин. Ну, вот так вот, вот таким вот образом это можно сделать, напомнить себе и своим домашним. Получается, что вот в данном случае как бы оно выстраивается хаотично, но тем не менее оно очень гармонично получается. Здесь есть определенная такая, знаете, как закономерность, потому что выпуклый предмет сменяет каким-то плоским. Более плоским, да. Светлый темным, какой-то ажурный, фактурный, более гладким. Так, ну вот с шиповником мы, наверное, закончим. И... символ крепости, семьи, скажем так. Орех. Орех? Да, как же без ореха? Да, это еще, кстати, символ мудрости, потому как там даже говорят, что ядро ореха напоминает мозг человеческий. Мозг человека, поэтому Бог, дай нам Бог мудрости. Дай Бог всем нам, да, чтобы хватило нам мудрости пережить все сложности. Это правда. Мы добавим еще орешки. Даже можно вот так вот поднес, и вы да, видите... Да, а фактура меняется, объем добавляется. Его интересно рассматривать будет. Посмотрите, что мы уже можем с легкостью приподнять даже край какого-то элемента, и они плотно держатся. То есть клей уже так вот он уже крепко... Он уже прихватился достаточно хорошо. Ну вот еще минут, конечно, 15 ему надо будет полежать.
Ну, в принципе, уже мы вот можем под него фиксировать под него. Он у нас получается какой-то веселенький, вы знаете. Да, да. Я почему-то думала, что он будет более таким, вы знаете, мудрым, таким вот да. основательным. Нет, а он у нас праздничный. То есть вот это для меня очень важно, что простые домашние продукты, вот то, о чем я говорила и в прошлый раз, которые есть под рукой, ничего не надо бежать в магазин, тратить каких-то, ну вот, я так фиксирую яблочко сверху. Каких-то дополнительных затрат не требуется. То есть, да, яблоко ешь с ребенком, ну, 3 кусочка яблока можно выделить. Апельсинку съел, шкурочку оставил. Ну, лаврушка есть у всех в доме, никуда без нее. Да, в принципе, все элементы, что да. мы сегодня предложили, они найдутся у хозяюшки. Если заинтересовались наши зрительницы, то, конечно, я думаю, что можно найти. У нас желуди еще. У нас еще остались желуди. Желуди, да, тоже это мудрость, да. это крепость. И они, вот они прикрыты угу. шапочками. Чтобы было у нас Божье благословение, и вот эта шапочка всегда да, над нами. Да, духовная, прежде всего, шапочка была. Вот. И поэтому мы вот их тоже куда-нибудь отпрячем. Опять же, чем еще хорош такой венок? Он многоэлементный. Вот, его интересно. Давайте посмотрим, как получился. Вот он, желудь здесь припрятался. Спрятался, да. То есть вот это малыш будет... такой. Веселый. Вот. Его интересно будет рассматривать, он не надоедает. Потому что, да, элементов много, они разные. Представляете, дорогие друзья, вот к вам придут гости, да, естественно, новогодние праздники – это гости. И как долго они будут все-таки удивлены вот таким вот вашим изыском творческим, сделанным собственными ручками. Это придает определенное настроение, это определенное тепло домашнего очага. Это то самое лучшее, что можно предложить сегодня вот от души, да, сделанное. Вот. И тот случай, когда, ну вот мне еще, допустим, чем нравятся такие вещи, говорит, ну вот, так вот мне хочется еще и тебя. Вот такой вот у нас, в принципе, получается веночек. Вы посмотрите, насколько он получился у нас добрым, теплым. Таким вот много любви здесь, много домашнего, знаете, самого лучшего эмоционального наслоения, которое дает сама природа. И, в принципе, Светочка, мы очень благодарны вам за это. А еще что-то будет, сейчас да? Сейчас вот я хочу бантик продекорировать. Так, бантик. Уже. Вот захотелось мне вот о разговоре о паре. Так. Вот она, голубь и голубка, вот та самая. Ну, практически, да. Да. Чтобы завершённо. Ой, как классно. Ой, как классно. Ну, вот как-то вот, так. Вот как-то так. Итак, веночек резьвяный, рождественский веночек у нас готов. Я не могу передать вам запахи, которые тут у нас в студии. Это все очень-очень приятно. Я благодарна вам за сегодняшний такой блок целой полезной информации. Я желаю вам удачного дня, прекрасных праздников. Но не прощаемся, потому что мы встретимся еще до Нового года.